Thank you.
Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Кто идет? Восстановить Харадримский посох. Для этого используй куб как свиток. Когда он откроется, помести в него обе части посоха и примени его преобразующую силу. Кстати, у куба есть и другие алхимические свойства. Например, он преобразует 6 самоцветов и меч в длинный меч с гнездами. 2 колчана арбалетных стрел преобразуются в 1 колчан стрел для лука. А 2 колчана стрел для лука дают 1 колчан с арбалетными стрелами. Другие рецепты тебе нужно отыскать самостоятельно. Привет. Как гласит легенда, Талраша лежит в гробнице и ведет бесконечную борьбу с владыкой разрушения, удерживая его в заточении. Благородные деяния, хоть и безрассудные. Добрый вечер. Thank you.
Добро пожаловать в мою лавку. Доброе утро. Чем могу помочь? Здравствуй. Благословлен будет твой путь.
помощь нужна? Постой и послушай. Для меня честь служить тебе. Добрый день! Yeah.
тебе. Благословлен будет твой путь. Я не могу это использовать. Это мне пригодится. Я не могу это использовать. Это мне пригодится.
Освобождение, человек. Не ожидал, что ты так задержишься. Я Архангел Тираэль. Я пришел сюда, чтобы не дать Диаблу освободить его брата Баала, но потерпел поражение. Теперь разрушение и ужас оказались на свободе и угрожают вашему миру. Они уже на пути к столице Востока Курасту, к сердцу Закарумского храма. Они надеются найти своего старшего брата, владыку ненависти Мефисто, которого заточили там много веков назад. Если три великих воплощения зла объединятся, то станут непобедимы. Пока непонятно, какие цели они преследуют, но их нужно остановить любой ценой. Увы, я сломлен, и нити энергии, удерживающие меня в этом мире, стремительно слабеют. Закончи то, что начал я, и не дай трем братьям объединиться. Тебе нужно пересечь море и найти Диабло и Баала в Курасте. Скорее, человек, у нас мало времени. Я опоздал. Теперь владыка разрушения снова на свободе. Встречи. Твои заслуги несомненны, и я горжусь, что могу называть тебя другом. Благодаря тебе мы снова заживем в мире.
260 лет назад Харадримы получили камни души от архангела Тираэля. Небесные силы крайне редко вмешиваются в человеческие судьбы напрямую. Но говорят, что Тираэль действовал по собственной инициативе. Мы так и не поняли, что им двигало. Возможно, он нарушил небесные порядки, потому что не верил, что мы сможем защититься самостоятельно. А может, он понимал серьезность угрозы лучше своих собратьев. Силы преисподней обычно движимы лишь жаждой разрушения, но воля небес неисповедима. А теперь торопись. Диабло и Баала нужно остановить, пока они не нашли своего брата Мефисто. Если три великих воплощения зла объединятся вновь, нашему миру придет конец. Какой ужас! Баал завладел одним из самых могущественных магов в мире, и владыка ужаса направляет его. Их нужно остановить, ибо они, вне всякого сомнения, намереваются освободить своего старшего брата, Мефисто, владыку ненависти, заточенного под оскверненным городом Курастра. Боюсь, ты направляешься прямо в логово тьмы, но вера спасет тебя, да озарит свет твой путь. Мне жаль, что твои надежды не оправдались. Иди и вспоминай нас добром. В отличие от многих, ты почти не докучаешь мне. Твои успехи поражают. Немногим дано зайти так далеко. А обнаружить истинную гробницу Талраши и вовсе никому еще не удавалось. Увы, я слышал, что Диабло и Баал ускользнули от тебя. Печально. Если хочешь попасть на восток, иди к Мисхифу. Я поручил ему перевести тебя за море. Должно быть, ему уже не терпится отплыть. Удачи тебе в поисках. И еще раз спасибо за спасение моего славного города. В Лут-Галейне тебе всегда будут рады. Веди себя. Привет. Здравствуй. Наша задача стала намного сложнее. Печально, что Талраша поддался разрушительному влиянию Баала. Харадримам известно много секретов, которые он может использовать против нас. Тебе нужно отправиться в Кураст и остановить Диабло с Баалом, пока они не освободили своего старшего брата Мефисто. В землях Восточной Империи теперь все по-другому. От них уже довольно давно не приходило вестей. Время решит все. Поторопись, и да улыбнется тебе судьба. О, привет! Джархин сказал, что я должен отвезти тебя на восток, в Кураст. Я не был там несколько лет, но слухи ходят довольно мрачные. Мой
Мой спутник глубоко вдохнул холодный, сырой воздух гробницы. Он будто придал ему сил. Я стоял у входа, на границе света и тьмы. То, что осталось от голоса разума, умоляло меня не входить. Но это был уже едва слышный шепот. Чем глубже мы спускались в гробницу, тем заметнее становились перемены в моем спутнике. Он обретал силу на глазах. Я почти ничего не видел во мраке, а он шел будто по знакомой тропе. Наконец мы очутились в огромном зале. Возвращались к страннику, а последние остатки человеческой сущности покидали его. Он ринулся вперед с дьявольской скоростью, а потом явился ты. Стой! Никто не вправе выпускать это чудовище на свободу. Даже ты! Ты только что обрек весь мир на гибель. Ты даже представить себе не можешь, что натворил. Иди на восток, в храм света в Курасте. Там перед тобой откроются врата в преисподнюю. Преодолей страх и войди, Мариус. Отнеси камень в адскую кузню и уничтожь его там. А теперь беги. Бери камень и беги! Здравствуй.